Бизон считается полноправным хозяином североамериканского континента. Он является американским родственником европейского зубра. Это животное относится к отряду парнокопытных, семейству полорогих. Считается одним из самых крупных стадных животных. В конце 19 и начале 20 столетия на них велась хищническая охота. Постепенно этот вид почти уничтожили. В настоящее время бизонов содержат и разводят во многих местах. Один из примеров – реинтродукция бизона в Якутии. В 2006 году в Якутию было доставлено 30 бизонов из Канады, из национального парка Elk Island. Животные прижились в Якутии и успешно размножаются. В августе 2022 года общая численность лесных бизонов в Якутии достигла около 300 особей. Бизон – это животное, обладающее большими размерами и силой. Длина тела порой достигает 3 метров, а высота до 2 метров. Длина хвоста варьируется от 30 до 60 сантиметров. Шерсть бизонов длинная, лохматая, густая. Она помогает ему не бояться суровых морозов. Самцы всегда покрупнее самок, их вес достигает тонны килограммов. Продолжительность жизни в неволе до 30 лет. Человек является не единственным источником угрозы жизни этих животных. Их основные враги – волки, медведи, пума. Бизон является представителем очень больших, мощных и невероятно красивых травоядных животных. По внешнему виду они очень похожи на европейского зубра. Их легко можно спутать. Животные обоих видов легко скрещиваются между собой, образуя потомство, которое называют зубробизоном. Величие, бесстрашие и несокрушимое спокойствие животного внушают страх и уважение. Габариты этих травоядных животных обеспечивают им бесспорное первенство среди всех существующих копытных на Земле. А наш бизон Борис достаточно доброжелательный и игривый.